Из-за продолжающегося подъема уровня воды в реке Амур в Ленинский район ЕО направлена аэромобильная группировка регионального МЧС. Для проведения профилактической работы по предупреждению паводка и оказания помощи по защите населенного пункта от потоплений задействованы 26 человек, 3 единицы техники и 2 плавсредства. Решение о выдвижении спасателей в село Ленинское приняли по итогам заседания межведомственного оперативного штаба по контролю за гидрологической обстановкой. Провел совещание губернатор области Александр Левин. Накануне в Ленинский район прибыли 10 комплектов водоналивных дамб, общая протяженность которых составляет 1 километр. Потопление грозит также приусадебным участкам, огородам, сенокосам, посевным площадям, дорогам, низкопойменным мостам, линиям связи, расположенных в пойме реки в районе сел Ленинское и Кукелево. Алена Шот, новости 21.